Всем привет! Вы находитесь на канале Свинки Шоу, со мной Арнольд. Наш канал о морских свинках. У меня живут 4 замечательных, прекрасных питомца. Если вы до сих пор по какой-либо причине не подписались на наш канал, самое время это сделать. Ставьте лайк на это видео и есть разговор. Давно нужно было пообщаться на эту тему. Сегодня будет очень душевное видео, диалог с вами или мой монолог. Посмотрим, как получится. Хочу высказаться и хочу расставить некоторые точки над «и». Я веду свой канал о морских свинках достаточно давно, и за все это время получаю огромнейшее количество комментариев. В большинстве своем это добрые, поддерживающие комментарии, комментарии умиления, комментарии восхищения, комментарии, которые показывают вашу любовь. Я ее прекрасно чувствую, знаю, и у нас огромная армия доброжелателей, тех людей, которые действительно любят наш канал. Может быть, он не всегда несет высокую смысловую нагрузку, но важно, какие эмоции вы получаете, позитив, расслабление, возможно, не знаю, у каждого свои причины смотреть Свинки Шоу, кто-то ищет здесь исключительно полезную информацию, кто-то приходит за любым контентом. Сегодня хочу рассказать немного правды о состоянии здоровья моих питомцев, потому что и помимо тех людей, которые прекрасно к нам относятся, есть те, которые любят съязвить в комментариях, которые любят указать мне на мои ошибки. И вы знаете, я всегда знала, что я могу тоже ошибаться, что я, к сожалению, тоже такой же человек, как и все остальные люди. И мои питомцы, они хоть и немножечко популярны, это все субъективно, знаете, смотря с кем сравнивать. Но они, к сожалению, тоже подвержены болезням и прочим неприятностям. Наверное, на этот разговор меня подтолкнул комментарий, который за последнее время меня сильно задел. Я не помню дословно, что там говорилось, знаете, я очень импульсивный человек и могу удалить, заблокировать сразу, а потом все-таки прокручивать в голове. И смысл того комментария был вот в чем. Что я такая умная, сижу тут, даю советы, показываю животных, учу, как за ними ухаживать. А у самой свинки больные, тягаю их по ветеринарным клиникам. И, в общем-то, что же это за пример такой, когда я говорю одно, а у меня тоже питомцы болеют. На самом деле абсурдный комментарий, потому что мои советы, они не всегда могут влиять на мои желания касаемо моих животных. Конечно же, я хочу, чтобы они не болели. Но получается по-всякому. Я держу в руках Арнольда. Арнольд моя первая и моя самая взрослая морская свинка. Арнольду на днях вот-вот исполнится 4 года. Кстати, понятия не имею, что ему подарить на эту знаменательную дату. Можете написать свои варианты в комментариях. Арнольд тот питомец, к которому я искренне привязана. Да, уже, думаю, многие в курсе, что мы ездили в ветклинику с ним. И хочу это видео посвятить описанию тех проблем, которые существуют на сегодня со здоровьем моих питомцев. Почему я это делаю? Да, доказать, что у всех смертных могут случаться какие-то проблемы. Показать, что мой канал не только о милашествах и мимишествах, а еще о том, что иногда животным действительно нужна наша помощь и поддержка. И я хочу быть примером для тех владельцев, которые думают, что если завели животное, не всегда нужно уделять ему прям много внимания, и так сойдет, и будет как будет, знаете, и таких примеров тоже много. Арнольд замечательный парень, мне ни в коей мере не хотелось бы его терять, но хочу рассказать вам о тех моментах, которые меня действительно беспокоят. Поделюсь своими страхами. Долгое время я думала, что не нужно рассказывать такие моменты, что нужно действительно давать какую-то такую нейтральную информацию о свинках в целом. Но у меня живут мои питомцы, которые вызывают у меня мои эмоции, и иногда это грустные эмоции. У Арнольда за ушком, за правым ушком, примерно год назад я заметила шишку. Я не распространялась об этом ни в нашем инстаграм, ни на канале, не хотелось делиться, и я знала, что свинки подвержены различным возникновениям подобных вещей, это могут быть опухоли, это могут быть жировики, это могут быть абсцессы, которые вскрывают, и на самом деле это не очень сложные манипуляции, просто нужно вовремя обращать внимание на такие вещи, вовремя отслеживать, и у Арнольда я увидела за ушком уплотнение. Я заволновалась, потому что место, знаете ли, такое за ушком зона очень такая нежная, рядом глаза, голова и все прочее.
и мало ли вообще, что это такое. Я перепугалась, размером эта опухоль была с такую маленькую горошинку, я взяла это на контроль. Это то, о чем я рассказываю чуть ли не впервые на канале, и я просто хочу дать вам пример. Какая бы породистая ни была ваша свинка, кстати, Арнольд беспородный свин, ну, вообще в контексте этой беседы, как бы вы ни думали, что все знаете о животных, что все знаете о питомцах, как бы вы ни хотели, чтобы все были здоровы, что-то случиться может с каждым в любой момент времени. Настрой пессимистичный, но это реалии нашей жизни. Арнольд любит переедать. Арнольд склонен к вздутиям. Его надувало и раньше, также в течение года. Периодически он раздувался от того, что он переедал сочки больше, чем необходимо было. И от этого у него вздувался животик. Это проблемы тоже, о которых я не спешила распространяться. Не знаю, по каким причинам. Может быть, стеснялась, может быть, не считала нужным рассказать. Может быть, боялась тоже каких-то гневных комментариев из разряда «ты же эксперт по свинкам». Хотя я всегда говорю, что я такой же владелец свинок, как и многие из вас. Факт в том, что когда с Арнольдом случился приступ вздутия, так сказать, в последний раз, я на его теле обнаружила еще одну опухоль. Я очень сильно заволновалась, потому что слова родонтолога звенят в ушах о том, что свинка после 3 лет должна быть под особым контролем, что это может быть онкология, что это может быть очень неприятные вещи. И я очень разволновалась. Проконсультировавшись с специалистом, я услышала такую информацию, что вторую опухоль, которую я обнаружила у Арнольда на спинке, ее лучше сразу же удалять. Вот, и это моя экспертность, в кавычках, она не влияет на здоровье моих питомцев. Я теперь в раздумьях, что делать с Арнольдом, вести ли его на удаление этой опухоли, потому что она может расти, нужно ли удалять опухоль за ушком. Не все гладко в нашем таком царстве, знаете. И я хочу сейчас выговориться не с целью пожалеться, не для того, чтобы вы жалели питомцев в комментариях, а просто чтобы понять, что все может приключаться в жизни. И... я надеюсь, Арнольд будет жить долго и счастливо. Просто факт в том, что какой бы идеальный он ни казался некоторым нашим зрителям, как бы его ни любили, у него тоже вот своя такая дорога по жизни. Из того, что вы также не знаете. У Арнольда еще загибаются когти на лапах передних. Как бы я аккуратно не стригла, все равно у него уже анатомически лапка ставится неправильно. Я тоже волнуюсь насчет этого, тоже переживаю, и это тоже то, что происходит вот изо дня в день у нас, такие мои наблюдения. Как бы я ни старалась аккуратно делать ему маникюр, все равно уже вот эти изменения видны. Отдельная наболевшая история у меня связанная с Валиком, с его глазом. И это не характеризует, мне кажется, меня как плохую хозяйку. Ну, может, и характеризует в глазах некоторых, не знаю. Факт в том, что Валика я возила несколько раз в клинику, и предстоят ему также еще визиты с его глазом. У него асимметричные глаза. Долгое время я не решалась также показывать это на канале, снимала его с определенного ракурса, не демонстрировала вам состояние его глаза. Потом все вскрылось, я решила поделиться, снимала для вас визиты в ветклинике. Тоже меня ругали, какая я плохая хозяйка. Это моя боль, это мои нервы. Я ездила с Валиком в клинику, я при любой возможности достаю всех своих знакомых врачей, показываю им фотографию, спрашиваю и консультируюсь, пытаюсь получить хоть какой-то ответ. На данный момент мы сделали бакпосев, что мы еще делали? Мы брали какие-то мазки из глаза, что мы только не делали. Анализ показал стафилококки, мы лечили эти стафилококки, нам прописывали нужные мази и капли, я выполняла все лечение. В итоге глаз в таком же состоянии, как и был. Может, это уже какая-то хроническая форма, и меня это действительно тоже беспокоит. Следующий этап – это поехать к другому врачу, который по фотографиям и по видео предварительно диагностировал какой-то завороток века у Валика или завороток глаза, я не знаю. Это то, что меня... понимаете, тревожит. Это то, с чем я живу. Я очень волнуюсь за своих питомцев, и я призываю вас всех
не искать какие-то варианты лечения в интернете бесполезные и при этом еще ничего не делать, потому что я на форумах начиталась такого, когда искала о своих ситуациях разбор, да, когда люди вроде как спрашивают специфику лечения, им там пишут, сделайте то-то, 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 и люди даже того не делают, то есть они надеются на лечебную силу самих комментариев, на текст лечебный, не знаю. Факт в том, что я тоже провозилась с валиком за последние полгода, год, очень сильно, и тоже переживаю, и мне все время кажется, что он там слепнет на один глаз, и я ничего не могу конкретного сделать, как бы я не выглядела супер круто на своем канале о морских свинках. Следующий на очереди Толик, и это также моя головная боль. У Толика больные глазки, периодически очень сильно воспаляются. Толик, он не такой контактный, как Валик и Арнольд, он не очень любит, когда я его держу на руках, когда я имею какое-то общение с ним. И это тоже огорчает на самом деле, особенно в моменты, когда хочешь ему помочь, и он возмущается, и такое ощущение, что ты делаешь ему только хуже. Я обожаю Толика, но это животное скорее для наблюдения, он не особо любит прикосновения. Сейчас у нас пару дней назад обнаружилась какая-то травма очередная на глазу, возможно, сеном проколол, то ли что, краснющее веко. Я капаю ему препарат, сейчас тоже продемонстрирую вам, как это делаю, прямо в этом видео. И это тоже моя головная боль. Опять-таки, это видео не о жалобах, это видео о том, что если вы заводите питомцев, то знайте, что часть вашего сердца, часть вашего времени, часть вашего внимания должна быть с ними постоянно. И я очень сильно переживаю за Толика. Толик, у него периодически ненормальная консистенция у его стула. Я в прошлом видео просто вставляла картинку стула, на котором сидят. Ну, вы понимаете, речь не об этом стуле. Тоже все время по жизни у нас идет контроль количества сочного корма, и тем не менее периодически вся клетка вымазана тем самым. Да, Толик, рассказываю все как есть. Какая бы я ни была классная, какая я не была бы экспертная, какая я не была бы крутая хозяйка морских свинок, у нас такое происходит, и у вас может быть подобное, будьте готовы к этому. Кузька. С Кузькой, слава богу, пока никаких проблем нет, и, надеюсь, не предвидится. Но это абсолютно неконтактный свин, и он меньше всего рад общению со мной, он, можно сказать, меня ненавидит, он меня не любит. И это правда. Как бы я ни старалась с ним подружиться, ничего у меня так и не получилось. И я думала заводить новых питомцев. Буквально недавно я рассматривала вариант завести двух крысок. Но, вы знаете, я передумала. После того, как в голове прокрутила вот это все вышесказанное, я поняла, какая ответственность на мне лежит за моих питомцев, которые у меня уже есть, что они болеют, что их нужно лечить, что за ними нужно смотреть. И я поняла, что крысы в данный момент времени, как бы они ни были желанными, они сейчас просто не к месту. Я рада, что я решилась снимать это видео и поговорила с вами, рассказала о многом, все как есть. И буду надеяться на ваше понимание моей позиции, что я всегда буду отстаивать своих питомцев, лечить их, обращать внимание на их проблемы. Я предлагаю вам делать то же самое, обращать внимание на ваших животных и, если вы планируете кого-то заводить, то рассматривать все риски, возможные с появлением питомца в доме. В любом случае, я благодарна всем нашим зрителям за поддержку, за ваше внимание. Спасибо за вашу активность, за ваши лайки. Подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт Свинки Шоу, где я каждый день публикую сторис с моими питомцами. И я постараюсь быть честнее, еще честнее и делиться с вами еще чем-то таким достаточно откровенным. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Всем желаю отличного настроения, здоровых питомцев. Всем пока. Кузя уже хочет в стеллаж.